Здесь в воде ключ от выхода из канализации. Взять его? Ой, я знаю, чем это заканчивается. Берем. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и я рад вас приветствовать в рубрике Old School, где мы продолжаем проходить жуткий Silent Hill, и это 12-я часть моего прохождения. Ну что же, отправляемся! Ну что же, нам нужно направляться к озеру, мы оставили здесь Лизу. Наверное, мы не сможем назад войти? Она еще здесь или ушла куда-то? Видимо, да. Видимо, ушла. Посмотрим, открыта дверь или нет. То открыто, удивительно. Да, а вот этот замок уже заклинило. Лиза не хочет уходить из больницы. И это, опять же, играет большую роль в сюжете. Не просто так она говорит, что она говорит. По какой-то причине, то есть она сама даже не может понять, по какой причине она не хочет уходить из этого места. И она нам подсказала, что нам нужно отправляться на водопроводную станцию по улице Брахмана или Бахмана. Сейчас я посмотрю по карте. Но для начала я, конечно, посмотрю, куда... А, да, здесь, конечно, карта будет такой. Я очень-очень надеюсь, что нас едят, когда мы будем убегать. Потому что снаружи... Нас же ждали три собаки здесь. И их нету. И я вам скажу больше... Мало того, что их нету, так еще здесь место... По-моему, здесь было дерево, если я не ошибаюсь. Появилась какая-то бурильная установка или... Или, может быть, даже часть водонапорной станции. Потому что я даже не знаю. Итак, посмотрим, куда нам нужно отправиться. Здесь ничего нету. Давайте выйдем, потому что что-то сейчас должно случиться, это точно. Монстры пропали. А, по-моему, вот этой загородочки на решетках не было. А, мне кажется, или стало как-то более безопасно здесь. Все совершенно заблокировано. А, со всех сторон. Я получше осмотрю это место, потому что... Может быть, здесь будут какие-то аптечки. Но путь нам единственный и только наверх. То есть куда-то нас точно ведут. Посмотрим, к чему же мы придем. О, нет! Это мотылек! Это огромный мотылек, который в нас чем-то плюется. Так, а с большими ребятами, как я уже говорил, я люблю разбираться большими оружиями. И огромный мотылек заслуживает огромного дробовика. Я попробую. Да что ж с тобой? Не так. Посмотрим на наше здоровье. Который уже просто рябит. Мы сейчас погибнем. Я не хочу своей гибели. Поэтому я использую свою аптечку. Огромную аптечку. Которая должна меня вылечить. Я хочу... Она меня вылечила. Просто прекрасно. У нас теперь максимум здоровья. Я попробую забороть мотылька здесь. Здесь наверху. Здесь должно быть намного удобнее с ним сражаться. Да погибни же ты! Погибни! О нет!
сколько у меня здоровья осталось. Еще ничего, нормально, но кажется, у меня кончились патроны. Нет, еще осталось 8 патронов. Да что такое не так с тобой? Да. И мы слышим опять сирены. Мы убили еще одно чудовище и опять слышим сирены. Надеюсь, что это конец кошмара на данный момент. Посмотрим, где же мы очнемся на этот раз. Мы по-прежнему здесь, но мы вышли из кошмара. Мы победили этого. Фух, слушайте, это очень мощный монстр был. Просто даже слов нету. Очень был мощный монстр. Я потратил на него, наверное, ну, вы видели сколько? 20, что ли, патронов. В общем, очень много. При том, что промазал-то я всего один раз. Ну, и я рад, конечно, тому, что мы вышли из кошмара. Мы снова в самом базовом Silent Hill. Я бы не сказал, что это нормальный Silent Hill. Честно. Никто здесь давно не видел нормального Silent Hill. Silent Hill, как он действительно в норме. Весь город поглощен вот таким кошмаром, и это, как грубо говоря, самая лайтовая версия из него, из них. Хотя здесь три вида кошмаров. Это вот этот, ну вообще четыре, если считать норму, конечно. Мы видим только три, четвертый, наверное, мы увидим только в самом конце, когда уже будем... Не буду больше продолжать. Один из них мы видим вот сейчас, это второй или первый, в общем, около того. Второй это альтернатива, когда мы... Когда решетки, когда наши привычные, так сказать, места... превращаются уже в решетки, ржавчину и прочее. И третий это нигде, когда привычные места становятся непривычными. Когда в одном месте появляется другое, когда они смешиваются и переходят одно в другое буквально в 3 метрах. Итак, мне нужна водонапорная башня. А она была возле начальной школы, как подсказала нам Лиза. Кстати говоря, там есть полицейский участок. Я хочу сходить к нему. Может, можно зайти? Замок заклинило. Ладно, я думал, хоть, может, тут Сибил будет. Раз уж это полицейский. Да что такое? Ты все-таки меня зацепила. Так еще их тут и двое. Ладно, отправляемся в старый Silent Hill. И там уже... Да прекрати ты. Там уже мы должны где-то возле начальной школы Медведевской найти водонапорную башню. Все еще Гарри гоняется за своей дочерью пропавшей, хотя даже Сибил сказала, что она видела, как дочь его шла по воздуху. Он помечает Мидвичскую начальную школу. Вот мы видим озеро. Мы сейчас видим озеро. И нам туда. А, то есть мы уже сюда пришли. Это должна быть канализация, о которой говорила Лиза. То есть мы не стали идти через город, а просто... Наш персонаж сам уже сюда добрался. И у нас здесь ключ нужен. Закрыто. На замок старый. Замок совсем проржавел. Думаю, если по нему как следует ударить, он сломается. И сразу мне приходит идея. Я думаю, вам тоже она сразу же приходит в голову. Нам просто нужно использовать наш топорик, о котором нам говорила Далия. Кстати, давайте немножко вылечимся, потому что, ну, не дело нам ходить с красным статусом. То есть не о котором нам говорила Далия, а к которому Далия нас привела.
конечно, может быть, Киркоре мы тоже снесем. Но я не знаю. Мы этого уже не узнаем. Потому что открыл я топориком. Хотя, может быть, топорик и не нес никакой смысловой нагрузки, а просто был как дополнительное средство, которое мы не могли пропустить. Может быть, и могли, кстати. Надо было попробовать вот эти варианты интересные. Если по нему хорошенько ударить. Хотя, может быть, мы ударили бы ножом или трубой. Но, опять же, вспоминаю я то, что эти предметы обязательными не являются. Нас никто из... ни один из этих предметов, которые мы можем брать в руки, не заставляют брать. Спускаемся мы по канализации. Куда же мы попадем? Так, да, здесь действительно очень-очень страшно, очень опасно. Давайте двигаться. И что нас ждет впереди? Что же нас ждет впереди? Да, я чувствую... Ух, это что за богомол какой-то? Или что это такое? Что это за чудовище? Что за монстр? Здесь у нас опять тупик. Да, небольшое замедление в игре. Это, конечно, такое небольшое подтормаживание. Но ничего, к сожалению, поделать с этим не могу. Надеюсь, скоро это пройдет. Да, у нас здесь целый склад. Целый склад. Вы посмотрите, сколько здесь всего. У нас здесь патроны от дробовика. Патроны от пистолета. Аптечка. Маленькая, правда, но тоже аптечка еще какая. Карты у нас, насколько я знаю, нету. Да, конечно, откуда нам и взяться? Что это за монстр? Боже мой. Еще один. Я очень надеюсь, что мы сейчас пройдем вперед. Здесь у нас лодка и патроны. Ух ты, зеленые. Может, это от винтовки. Давай, давай. Ну, бери их, Гарри. Фу, наконец. Здесь немного винтовочных патронов. Взять их. Да прекратите меня атаковать. Прекратите. Прекратите меня атаковать. Дайте мне пройти вперед. Так, как-то мне надо их перехитрить. Зоже мне стоит... Так, сейчас посмотрим на наше здоровье. Я сейчас... О-о-о-о! Красное у нас здоровье, слушайте. Ладно. Ха, взяли мы одну аптечку. Ее же и использовали. Мы видим здесь лодку, и что это такое? Здесь мы ничего не можем сделать. И на лодку мы тоже перейти никак не можем. Да что же такое-то? Да... Стреляй, Гарри! Ох, ёлки! Он все время стреляет не туда. Так, сейчас я возьму нашу кирку. И... Все-таки вдарю по нему как надо, честно. А, да, и мне кажется, все-таки лучше мне использовать большую аптечку. Тут что-то у нас тяжеловато стало. Лучше я уничтожу этого монстра. Давай, подходи ко мне ближе. Да что же это такое, а? Просто какой-то кошмар. Давай, давай, давай. Да, отлично. Все, он погиб. Я не знаю, это какой-то болотный птеродактиль или что это. Сейчас следующий еще подойдет.
Или не подойдет. Я просто слышу, что он там ходит где-то. Видимо, это из-за шейдеров воды у нас такие подтормаживания. Вот так. Вот так. Вот так. С такими медленными монстрами лучше разбираться именно киркой. Все. Этот у нас готов. Кстати, заметьте, у нас нет звуков радио почему-то. Почему-то нет звуков радио. Лодка, но я не могу в нее попасть. А, видимо, мне нужно сначала открыть вот тот затвор, чтобы попасть в лодку. Посмотрим. Пройдем немного дальше. Нет, здесь не пройти. Я попробую пройти вот здесь, вот, чуть-чуть взяв правее. А, да, здесь можно пройти. Хорошо. Двигаемся дальше. Я думаю, сейчас опять встречу я этих друзей моих. Странных. С которыми дружить я, в общем-то, и не желаю. Здесь у нас есть что-нибудь? Нет, здесь только решетки. Навалены повсюду. И ничего, кроме этого. Дверька у нас здесь. Написано держаться подальше. Но... Так, а если мы на ту сторону попробуем перейти? Можно ли нам так сделать? Сейчас я посмотрю. Все нужно осмотреть, потому что такая игра, что здесь каждая мелочь. И да, мы можем пройти и на эту сторону. А, нет. Простите, нет, здесь закрыто. То есть, мы можем пройти только через ту дверь, в которую, ну, в принципе, да, я уже правильно... В которую я уже правильно пошел. Посмотрим, что тут у нас, я думаю, какой-то... да, наверное, где-то здесь уже близко у нас контрольная панель какая-то, или ну, что-то наподобие нее, мне кажется. О, какой маленький мосточек. Не доставляет он нам ничего хорошего. Не люблю такие маленькие мосточки. На них вечно что-нибудь случается. В Резиденте, я помню, какие-то эти выпрыгивали. Злодейские крокодилы. Как бы тут каких крокодилов не было. И да, здесь у нас что? Здесь у нас сохранение плюс некая газета. Посмотрим, что это. Прочитаем. Это карта канализации. О, это лучшие газеты. Старый город, курортная зона. Взять ее? Ну, безусловно, мы ее возьмем. Безусловно, мы ее возьмем. Так, и у нас здесь сохранение. Конечно, мы им воспользуемся. Так, посмотрим, что здесь у нас еще есть. Может, ключи какие-то? Точно, это ключ от канализации. Взять его? Отлично. Мы нашли ключ. Ключ, который, наверное, к той двери, которая как раз закрыта, мне кажется. Куда эта дверь ведет? Еще дальше куда-то. А, теперь открыто? Хм. Интересно, давайте посмотрим карту. Где мы находимся и куда нам стоит продвинуться? Одна лестница, вторая лестница. Какая-то синенькая штучка впереди, вон там вот маячит, как я вижу. И слева тоже какая-то лестница и какая-то синяя полоса. Ну давайте я прямо сейчас пробегу до конца. Ух ты, ёлки-палки! Вы видели, да? Это птеродактиль? Или кто это? Зеленый канализационный птеродактиль? Слушайте, мне только этого не хватало. В самом деле. Мне, конечно, и так тяжело здесь ходить. Потому что... Немного, видите, игра притормаживает. Не знаю. Ну, видимо, это с шейдерами воды или как-то вот с чем-то с этим связано.
Посмотрим здесь карту. Да, мы находимся возле этого синего закутка, но я вам скажу, здесь ничего нету. Собственно, ничего особенного. И эта штука тоже закрыта, и Гарри на нее никак не реагирует. Может быть, она нам и не важна. Ну что же, тогда куда нам стоит отправиться? Либо в самое начало. Там была дверь напротив. Да, господи, откуда ж вы беретесь-то все время? Это просто невозможно. Все, все? Ух ты, еще его бью. Да когда ж ты погибнешь-то? Все? Вроде все. Фу, я уж думаю, так уж бить так наверняка. Может, все-таки я смогу в лодку как-то попасть? Я не знаю, мне кажется... А, она полузатопленная. С этой лодки, видимо, толку совсем нету. По поводу лодки, кстати, тут же вспоминается Silent Hill 2. Конечно, там лодка имеет довольно большое значение, я бы сказал. Впереди мы как-то можем пройти, а может и не можем. Тут я точно не уверен. И куда-то нам налево, что ли, свернуть? Нет, здесь у нас тупик, к сожалению. Пройти мы тут не можем. Пройдем мы... Что это? Опять этот монстр. Опять этот монстр. Опять он нас ударил первым. Прежде чем мы остановимся, Гарри еще пронесет несколько метров вперед. Его, конечно, кто-нибудь ударит. Все? Добил ты его? Вроде добил. Это возвращение в начало. А я хочу пройти чуть дальше. Пройти чуть дальше и посмотреть, что у нас тут. Здесь у нас, да, наверное, как раз вот сюда нам и надо. Использовал ключ от канализации. Да, как раз сюда нам и нужно. Двигаемся дальше. Не знаю, что мы встретим. Ох, этот мосток, я чувствую, сейчас нам задаст жару. Нет? Почему он тогда синий был? Я чувствую, сейчас выскочил бы кто-нибудь. Ой, дурацкие тараканы. Как же я вас терпеть-то ненавижу. Аптечка. Превосходно. Так, почему он их не давит? Давил бы их ногами и всего делов. Ладно. Двигаемся сюда. И да, мы вылезаем наверх. Фу, кошмарная канализация, слушайте. Да, хотя эта канализация не кошмарная. Это настоящая канализация. В ней кошмарного ничего нету. И, в общем-то, мы еще даже и не вышли из нее. Наверное, небольшие подтормаживания — это из-за капель воды, которые падают. Скорее всего. Куда мы? Где мы сейчас? Я даже не знаю. В общем, ладно, давайте двигаться дальше. Опять я слышу, по-моему, где-то здесь монстр. Да, он спрыгнул. Давай, подходи к нам. Фу. Фу. Здесь у нас без подтормаживаний. Поэтому разрубили мы его быстро и четко. Посмотрим карту. Сколько же тут этажей? Надеюсь, только два. И это последний. Нам нужно добраться как раз вот туда. Вот к той лестнице, которая находится справа. Ух ты, ёлки-палки! Нет, ну вы видели, а? Ух! Как махнем! Как ударим мы эту гадость болотную! Как прикончим мы ее знатно! Просто класс. Фух. Убили. Да ладно, еще один. Да вы что, откуда вы здесь беретесь-то? Столько вас. Давай, подходи.
Хорошо, что то, что мы бьем, это тут же прерывает его атаки. Очень хорошо. Хотя, в принципе, у нас еще есть аптечки, есть патроны. Ну, в общем, мне не хотелось их тратить, потому что, да, патроны это на вес золота. Давайте сходим туда. Посмотрим, что здесь. Может быть, еще какой-нибудь монстр на нас выпрыгнет. И здесь тоже все обвалено. Посмотрим на карте. Здесь тупик, да? Ну, здесь тупик в любом случае, по-моему, был. Хотя, подождите, может, я что-то пропустил. Гарри, ты ничего не пропустил? Ты ничего не хочешь мне сказать? Нет, вроде ничего. Какая-то труба. А здесь я смогу пройти? Здесь я пройти не могу, похоже. Ну что же, давайте идти в те места, где мы пройти все-таки можем. Еще раз карта. Без карты никуда. Так, там завалено. Ну, значит, да, нам единственная дорога вперед. Фу, только кровь осталась зеленая от этих монстров. Кошмарных. Прыгают на меня с этого, с потолка. Вот дают, а. Жуть. Встретим мы здесь еще кого-нибудь или не встретим? Да. Еще немножко тараканов. А мы задавить его, конечно, не можем. Да, мы не можем его задавить, они кусают нас за ноги. Маленькие гадкие таракашки. Да, таракашки, конечно, меньше из зол. У-у-у-у. Патроны. Патроны. Отлично. Аптечка. Просто прекрасно. Итак, здесь еще один какой-то затвор. Ну, нам, собственно, и не надо через него проходить. Нам нужно всего лишь повернуть туда, куда мы пройти можем. То есть сюда. О, а у нас и здесь еще один наш друг. Который нас сейчас ударит. Что же это такое? Не ударил ты нас, не успел. А мы вот тебя убьем. Ой, ну таракашки. Ну вы добежали все-таки до нас. Ну что вы такие прям прилипчивые, стинки. Таких, как вас, называют стинки. Так, посмотрим карту. То есть не стинки, стинки это вонючка. Да, ну вонючка тоже подойдет на самом деле. Как вы достали-то, отстаньте от меня. Стики, да, вот так вот. Прилипчивые, прилипчивые. Хорошо, что хоть тут дверь открыта. Еще немножко таракашек. Куда нам идти? Видимо, без разницы. Лишь бы идти, да? Я посмотрю здесь с каждой стороны, потому что... может быть, аптечка спрятана. Это же Silent Hill вам. А не Half-Life. Хотя и там тоже есть припрятанные аптечки. Так, здесь вроде все-таки ничего нет. Все мы осмотрели. И куда нам идти дальше? Ну да, через эту дверцу. Через эту дверцу... И на каждой из этих дверей написано «Не входить». «Не входить». Сколько раз Гарри нарушил уже надпись «Не входить»? Это остается посчитать только вам, мои дорогие друзья. Здесь у нас тоже все обрушено и ни одной аптечки не припрятано. Хорошо, что не обрушено там, где дверь. Где мы уже находимся? Я просто не знаю. О, как мы прошли. А сюда ли нам надо? Ведь лестница-то там. Зачем я сюда прибежал? Слушайте, я сейчас чувствую, напрошусь на что-нибудь. Напрошусь на что-нибудь. Так, я... Ой-ой-ой. Вот мне не нравится этот ракурс, ребят. Мне этот ракурс вообще не нравится. Это очень плохой ракурс и очень плохой звук.
Что он значит? О-о-о-о-о-о-о-о-о. Что это? Это кровь, конечно. Много ее. Здесь в воде ключ от выхода из канализации. Взять его? Ой, я знаю, чем это заканчивается. Берем. Вот так. Я просто хочу убежать. Просто хочу убежать, ребята. Фу, хорошо, что это не обернулось огромным боссом-крокодилом, от которого нам не скрыться и не деться никуда. Очень хорошо. Итак, наконец-то мы бежим к выходу долгожданному. Сколько можно? Фу, три огромных. Ёлки-палки. Опять выскочил кто-то из воды. Но... Давай, Гарри. Ох. Наконец-то. И еще один у нас впереди. Открывай. Фу. Фу. Вышли. Смотрим карту. Где мы находимся? Все, наконец-то. Наконец-то. Они не пройдут через эту решетку. Им не пройти. Ух. Ну и, конечно, сохранимся на выходе. Да. Это, конечно, сурово. Ну что же, дорогие друзья, и вот перед выходом, важным выходом из канализации, перед тем, как войти уже в новое место, я решаю закончить мою 12-ю часть прохождения по Silent Hill. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо, с вами был Гидон, и до следующей миссии.